по дороге в Берлин надо помыть машину. Мы достаточно много проездили, и она, в общем-то, достаточно здорово запачкалась. Заехали на автоматическую мойку, и нам тут любезно все включили. Так что нам теперь остается только находиться внутри машины и принимать водные процедуры. Да, знаменито. Это нас парком каким-то обдают. Сейчас тереть начнут. Надо не забыть попросить потереть спинку. Нам сдают в баню немецкие щетки. Полегче, ребята, полегче. Полегче. Главное, чтобы краску не содрали. Вот здесь мы отмыли свою машину. Как это происходило, вы видели только что на экране. И мы продолжаем наше движение в сторону Берлина. У нас сегодня движение нах Берлин. И мы ему сегодня следуем, этому самому движению. Вот мы и приехали в Берлин. Только что сейчас нас обогнала русская машина, 32-й регион. Даже немножко помахали руками друг другу. Ребята явно идут тоже с Австрии. Машина заляпанная. Ну, с дороги, грязная дорога. Вот, но они, видимо, идут транзитом домой, а наша цель сегодня Берлин, и мы здесь проведем еще 2 дня. Мы хотим побывать, походить по музеям, посмотреть, погулять. Так что наше путешествие еще продолжается. Перед нами Берлин. Одна из забавных курьезов в Берлине, вот эта станция, одна из 3. Соединяющих Бранденбургские ворота с главным Банхофом, Хаубанхофом города. Пассажиров крайне мало, этот путь еще даже не работает, а вот по этому пути ходят 2 вагона. Туда, сюда, туда, сюда. И катают в основном только туристов, которым это просто пока забавно и интересно. Но в перспективе обещают, что эта линия будет догружена и уже используется будет в самый раз. Вот только что ушла электричка в сторону Бранденбургских ворот, и на табло, соответственно, появляется надпись, что Хаубанхоф, через 3 минуты будет подана электричка. А вот на Бранденбургские ворота подана будет через 8 минут. Ну, то есть электричка совершит сначала в одну сторону движения, а потом вернется в другую. Ну, такая, несколько такая забавная аттракцион, пока забавный аттракцион, У-55 ветка, но по-немецки точная. По часам четко ходит. Не опасно. Вот, собственно, герой нашего повествования. Паровозик из 2 вагончиков. Форма это настоящее метро берлинское. Чем-то смахивающее на наше. И не просто так. Вот. А по сути это вот такой вот паровозик на 2 станции. Поехали. Все, конечная. И поезд теперь отправится в обратном направлении. Точно во время, двери закрываются, следующая станция Бранденбургские ворота. И так целый день, туда-сюда, туда-сюда. Ну, на этом мы заканчиваем наше краткое знакомство с метро Берлина. Вот, и отправляемся теперь гулять пешком. Мы приехали на главный вокзал, новое современное здание. Судя по количеству пассажиров, не очень-то сильное и многолюдное, как уверяют задумавшие его, пока не сильно. Очень удобно, небольшой переход вот по такому буквально туннельчику, и мы на вокзале. Отсюда можно ехать в любую точку Европы. Все разнесено по ярусам. На нижнем ярусе поезда, средний ярус магазины и прочие всякие заведения необходимые. И верхний ярус, как раз это, верхний ярус отданы для пассажиров, которые прибывают. Вот верхний ярус это вход с улицы. Вот выше меня ярус. Самый верхний ярус, не знаю, не был. Наверное, там какие-нибудь рестораны. Можно двигаться на эскалаторах, можно ездить вот на таких вот круглых лифтах.
Вот такие удобные лифты, удобные эскалаторы. Идея была в том, что здание будет освещаться только солнечным светом. И минимум был заложен фонарей. Но не учли немножко кривизну. Видите, снег лежит на стеклах. Вот, снежная зима, и здесь, в общем-то, сумрачно, достаточно темновато. Есть специальные альпинисты, которые чистят этот снег. Ну, такие особенности погоды, которые были слабо учтены, судя по всему. Вот отсюда хорошо видно ошибки со стеклом, но, с другой стороны, Deutsche Bahn остается все равно верен себе, и с четкостью все поезда двигаются. Вот это уже у нее не отнять. Пускай немножко сумрачно, зато все равно очень точно его будет. Вот такое здание Hauptbahnhof Берлин. Симпатичное, ну, немножко снегом присыпано, но что делать. А вон любопытная лошадь, застреленная. Застреленная научно-технической революцией, будем так считать. Но, тем не менее, непобедима, как берлинский вагон. Вообще весь Берлин похож на огромную строительную площадку. Такое ощущение, что второе дыхание какое-то появилось у застройщиков. Вот на фоне нового вокзала бурятся буронабивные сваи. Вообще все очень сильно похоже на огромную стройплощадку. Лес кранов, блоки, грузовики. Ну что ж, после долгой прогулки по весеннему холодному Берлину нельзя было не съесть ногу. И вот мы, так сказать, решились на две ноги, на пиво и немножко шнапсу. В замечательном месте, в подвальчике берлинском, вот, путь наверх, это путь к отступлению, но мы надеемся не посрамить себя, и да поможет нам наш энтузиазм. Приятного аппетита. Вот здесь мы замечательно поели, Келлер-ресторан, это называется место, вот там такой был антураж, это реальная фотография. Если пройти вот по этому коридору, в конец, и открыть вот ту дверь с профилем, там, в конце, мы попадаем в это дивное место, где так замечательно кормят. Ну и, понятно, поют. Вот. Ну, а на сегодня все. Мы пошли отдыхать. Завтра новый день в Берлине.